малышей и награждать их по мере возможности. Сейчас, к сожалению, собралось у вас мало народа, но надеюсь, в следующую встречу у вас будет больше, и мы постараемся уже весь коллектив вас поощрить. Да, и сейчас мы хотели бы наградить за активную участие в деятельности театральной студии «Ангелы блага» Бекова и Мура. Так, встаньте, да, красиво. Он знает уже, как фотографироваться. И грамоту сюда лицо. И Альбиночка поближе. Альбин, как ты улыбаться умеешь? Ну, молодец. Все? Молодец, Альбин. Заслуженно, заслуженно. За активное участие в деятельности театральной студии «Ангелы блага» награждается Бекова Равиля. Равиля нет, а я что? Ну, да, приведите тогда. Спасибо. Поаплодируем. Я как раз закончил. Тогда да. А Даша где ваша? Супки лечила. Не дошла, видать. А мне нельзя вручить? Я, да, ну, да, кепа. Не хотите пофотографировать? Я хочу. Нет, я не для фотографии. А чтобы передать, мне это очень приятно. Аплодисменты! Да, спасибо большое, дорогая. Так, за активное участие в театральной студии «Ангелы блага» награждается Бекисуля Ильгиз. Смотрите, Бекетка дома, я не рассчитала. Да, я не рассчитала. Они просто в шкафу. Окей. Молодец, Ильгиз. За активное участие в деятельности театральной студии «Ангелы блага» награждается Фахретдинова Камила. Где солнце наше? Солнышко, яркое-яркое солнышко. Причем любое время года. Одна улыбка чего стоит. На ней держатся многие вещи. У вас ведь совместная фотка будет. А то не рядом живете. Так, за активную часть театральной студии «Ангел Бак» награждается Шарафеева Риана. Она не хочет участвовать вообще-то. Но она сколько вложила.